Привет, ребята, с вами Раиль Арсланов и добро пожаловать в хижину музыканта. Сегодня разберем новую песню под названием «Где ты, где я» от Тимати и Егора Крида. Традиционно сейчас включу вам кусочек моего кавера на эту песню, а полный кавер можете посмотреть, пройдя по ссылочке в описании под видео. И потом сразу же приступаем к разбору этой песни. Поехали! Я помню, как ты мечтала о Париже и часах Cartier. И я все тратил, и оставался жить одни. Я помню, как я спешил тебе навстречу ночью на метро. Так было раньше, все это было так давно. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила по ночам и просила, чтобы я тебя помнишь. Я читал тебе свой рэп, ты смеялась мне в ответ. Сначала песню в ладе «Ревность». У тебя был Мерседес, а я ездил на метро и откладывал лавы, ты же помнишь. Я купил тебе карте, но я даже не услышал спасибо. И я все помню, как разбил твое авто перед окнами того, кто подарил. Да, я помню, как меня били об асфальт, но мне было наплевать, я думал о тебе. И я все помню, секс на кухонном столе, на любите в голове, где-то ты меня еще. Начнем с того, ребята, что посмотрим 4 аккорда, в основе которых лежит данная песня. Первый аккорд до диез минор, то есть С решетка М пишется. Четвертый лад, нижняя посадка. Вот таким вот образом берется. Следующий аккорд Фа диез минор, F решетка М. Второй лад, без фака берем, верхняя посадка. Следующий аккорд А будет, ля мажор. Простым способом можете еще взять, вот здесь покажу для вас. И аккорд соль диез минор. То есть это уже четвертый лад. Вот F диез минор, вот соль диез минор. Очень близко, да? Получается. И вот на основе этих аккордов строится вся песня. Все куплеты, все припевы, бриджи и всякое прочее. Начинается данная песня в моей версии с переборчика, как и следует начинаться такой вот песни. Берем аккорд до диез минор, дергаем пятую, третью, вторую, первую, вторую, третью струну. Все видно вам? Так, да. Ну, остановку делаем на первой струне. Итого. F диез минор, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Аккорд А, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Аккорд соль диез минор, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Надо учиться, ребята, брать барре, чтобы спокойно играть такие вот красивые вещи. Только на аккорде до диез минор мы начинаем перебор с пятой струны, а на остальных аккордах начинаем с шестой струны. И все, пробуйте уже петь. Петь начинает песню Егор Крид. Сейчас покажу, как это все будет звучать уже с вокалом. Я помню, как ты мечтала о Париже и часах Cartier. Я все тратил и оставался жить на дне. Я помню, как я спешу к тебе навстречу ночью на метро. Так было раньше, все это было так давно. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила. В общем, начало песни, первый куплет довольно-довольно легко спеть, потому что там все вокально. Дальше начинается рэпчик Тимати, и там уже бой меняется. Сейчас покажу, какой. Дергаем бас на аккорде до диез минор. Три нижние струны вместе.
делаем хлопок, потом удар вниз по всем струнам, то есть вот еще раз. После последнего удара расслабляем пальцы, чтобы так прозвучало. Итого, бас, три нижних и удар. Итак, на каждом аккорде, ребята, на аккорде до диез минор мы дергаем пятую струну, на остальных мы дергаем шестую струну. Это помним, да? Еще раз, поехали. Аккорд F диез минор. Аккорд А. Аккорд соль диез минор. То есть везде дергаем бас, три нижних хлопок и удар вниз. Ну и нужно попробовать спеть. Сейчас покажу, как это все прозвучит. Запоминайте и пробуйте. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила по ночам и просила, чтобы я тебя. Помнишь, я читал тебе свой рэп, ты смеялась мне в ответ и включала песню в ладе. Ревность, у тебя был Мерседес, а я ездил на метро и откладывал лапы. Ты же помнишь, я купил тебе карте, но я даже не услышал спасибо. И я все помню, как разбил твоя авто перед окнами того, кто подарил. Дальше уже бой меняется. Вторая часть первого рэпа Тимати играется уже вторым боем, который звучит таким образом. Уже далее для разнообразия мы начинаем играть полным боем, то есть со всеми хлопками и полными ударами по струнам, то есть без всяких щипков и переборов. Аккорд до диез минор, удар вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Вот и все. Аккорд F диез минор. Аккорд А. G. Итого. Скажете, я не успеваю перелетать с одного аккорда на другой. Последние удары вниз вверх можете на во время перелета уже играть, то есть. То есть это не особо важно, главное, чтобы вы точно приходили на аккорд. Ну, а у кого уже получается сменять один аккорд на другой, то есть быстро, это легко натренировать, уже играйте целиком данный бой. Не зацикливайтесь, самое главное. Ну и пробуем теперь. Я все помню, как разбил твоя авто перед окнами того, кто подарил. В асфальт, но мне было наплевать, я думал о тебе. Я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. В конце на аккорде G решетка M. Два удара и остановка на тонике, на до диез миноре. Можно сделать удары по верхней деке барабана. Дальше уже начинается припев. Надеюсь, вы уже разобрались с рэпчиком. Прямо копии данные два боя будут повторяться во втором рэпе Тимати. Так что не забывайте. Напомню еще раз, первый как звучал. Да? А второй? Очень мощный такой, да? Вот, все запомнили. Дальше начинается припев. Сейчас покажу, каким его боем нужно играть. Этот бой мы очень-очень часто встречали. Бой очень простой, давайте его посмотрим. Берем аккорд до диез минор и делаем такие удары. Вниз, вниз. Да? Это будет на аккорде до диез минор, два удара вниз. И также на аккорде А, два удара вниз. А на аккорд F диез минор и G диез минор будет приходиться... Будут приходиться другие удары. То есть аккорд до диез минор. Аккорд F диез минор. То есть
вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх будет. Давайте вот так сделаем. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз до диез минор. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд А. Вниз, вниз. Аккорд соль диез минор. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Разделите. Вверх, вверх, вниз. Одна часть, да? Дальше. Вниз, вверх, вниз, вверх. Это вторая часть. А первый удар вниз на аккорде F диез и соль диез я делаю вот таким вот образом. То есть не только чисто по всем струнам вниз, а по басу только. Итого. И все, в общем, без остановки играете. Петь начинаем, конечно же, раньше, чем вступает бой. Мне все равно, что ты будешь делать дальше. Среди денег и вранья. Оставайся в этом мире, где нет меня. И теперь уже не важно, где и с кем всего ты я. Мое имя знает каждый. Дальше уже логично, что начинается вторая часть песни. Опять-таки с вокала Крида, потом идет рэпчик Тимати и потом снова припев Крида. То есть такой же перебор, как и был в начале. Я помню, как ты хотела дорогое платье от Шанель. Но в этом платье увез тебя другой в отель. В общем, все таким же и образом повторяется. И даже второй куплет играется таким же боем. И, в общем, без изменений. Просто меняется текст. Чтобы понять, где правильно вступать рэпчик, где делать паузы, вы откройте текст, пожалуйста, этой песни. Да, включите оригинал песни и следите за Тимати. Пока что не пойте, просто запоминайте, в каких фразах, после какого слова делать паузы, где быстрее ускоряет. Это очень важно. Рэпчик читать даже, блин, в какой-то веке сложнее, чем петь, оказывается. Потому что там много пауз, много текста очень, поэтому и запомнить не так-то легко. Все это нужно постепенно делать. Ну, а я давайте попробую вам второй куплетик рэпчика спеть. Ну, а вы послушайте, где и что нужно делать. Ты не вспомнишь, как перестал писать стихи, наворачивал по городу. Звонки. Ты не вспомнишь, как выносил друзьям мозги, тратил на тебя и увеличивал долги. Ты не вспомнишь, а я все помню, как молился всю ночь, просил Всевышнего нам помочь. Помню, как умолял тебя оставить боль, а ты пошла и сделала аборт. Да я помню, как было плохо мне тогда, как на глазах развалилась вся мечта, суета. Да я помню, как сказал тебе тогда, что не найдешь такого, как я, больше никогда. И я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове, детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове, ты меня еще вспомнишь. Ну вот таким вот образом звучит. Нужно постепенно репетировать под оригинал, пробовать на гитаре, отдельно звучить гитару, потом попробовать соединить, и у вас все получится. Тут все опять-таки на до диез ноте стоит, весь рэп. Это не пустые беззвучные слова, то есть как мы говорим, вот как я вам сейчас говорю. Ты не вспомнишь, как я перестал писать стихи, наворачивал по городу круги, звонки. Вот так бы было бы, если бы все это без тона было. Но там тон есть, и Тимати чуть-чуть как молитву себе там этот бубнит. То есть эта нота до в его речитативе пульсирует все-таки. Я все помню. Также здесь присутствует нота си в его речитативе. То есть вот эти три ноты си, до диез и ми встречаются.
встречаются. Я все помню, как разбил твое авто перед окнами того. Ну, если так уж прямо по клеточкам смотреть, что он там поет, какие ноты, то это вообще, конечно, надолго затянется, ребята. Поэтому сами анализируйте, примерно поймали тон и под этот тон уже поете. То есть ты не вспомнишь, как перестал писать стихи, наворачивал по городу круги, звонки. Вот эта нота. Поймали и уже автоматически поете. То есть, если вы уже заучили оригинал песни, то есть много раз послушали, как сам Тимати поет, вы уже сами начнете петь как он, так скажем, да. Ну, ребята, что дальше-то идет? Дальше идет опять-таки припев. Я его уже вам показал. Ну, давайте еще раз поем, чтобы было весело. Не все равно, что ты будешь делать дальше. Среди реки вранья. Оставайся в этом мире, где нет меня. И теперь уже не важно, где и с кем сегодня я. Оставайся в этом мире, где нет меня. И теперь уже не важно, где и с кем сегодня я. Мое имя знает каждый, где ты, где я. И все. Тут, в принципе, довольно высоко, да, ребята, петь? Ла-ла-ла-ла. Но постарайтесь достать. Если не достаете, на октаву ниже. Мне все равно, что ты будешь делать дальше среди денег и на октаву ниже поете, уже будет проще. Вот и все, в принципе. Нужно отдельно заучить гитару, отдельно вокал. И отдельно без гитары сначала рэпчик тоже попеть под Тимати. Обязательно выучите отдельно, потому что там непросто. А потом уже со всеми нюансами пробуйте вставить под эти аккорды. Ребята, ну, как и обещал в конце разбора, показываю, как играть эту песню на простых аккордах. На аккорде, если в тональности АМ играть, то будут такие аккорды. АМ, ДМ, F, аккорд ЕМ. Честно, нету больше тональности, где можно было бы без баре. Но этот аккорд F можно взять еще вот таким образом, как вас учил, то есть неполный аккорд F. Четвертая струна на третьем ладу, третья струна на втором ладу и первые две струны зажимаем на первом ладу. Будет аккорд F. И получается АМ, аккорд ДМ, аккорд F и аккорд ЕМ. Ну и все прям, все так же играете. По сути, все прям все так же. Если вам проще играть простыми аккордами, играйте на здоровье. Например, возьмем следующую тональность. Тональность ми минор. Вот. Тут какие аккорды? Аккорд ми минор, конечно же. Да. Аккорд ля минор. Аккорд С. И вот аккорд баре встречается случайно. Аккорд HM. BM, точнее. Но это ничего, по сути, да, ребята? И все эти аккорды вы также можете взять на баре, и кому как удобнее, в какой тональности петь, в этой тональности исполняйте. Если что, можете взять каподастр, зажать и играть те же самые АМ, С, как только что показал. Ребята, данный разбор подошел к концу, к сожалению. Надеюсь, у вас получилось разучить данную песню. Благодарю за просмотр. Кто впервые меня сейчас смотрел, прошу подписаться на мой музыкальный блог, чтобы получать новости и самые свежие разборы и каверы. Ребята, не забывайте ставить лайки. Чем больше лайков, тем сильнее вы меня пододвигаете к записи нового ролика, нового разбора и новых каверов. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочку на группу оставлю также в описании под видео. Также заходите на сайт arslanmusic.ru. Ну и следите за новостями. Всем пока, с вами был Раиль.